В офисе компании «Эквит» Сергей Морозов провел заседание общественного экспертного совета по развитию информационных технологий. Здесь же губернатору продемонстрировали проект «Виртуальная витрина интернет-магазина». Это виртуальная витрина интернет-магазина, которая позволяет при помощи набора устройств, манипулятор, датчики, которые позволяют ориентироваться в пространстве, любой интернет-магазин наделить, так скажем, витриной реальной, когда человек может надеть на себя эти очки и посмотреть любой товар, который находится в магазине, посмотреть, покрутить. Виртуальная витрина создана для того, чтобы товар интернет-магазинов можно было рассмотреть со всех сторон в трехмерном изображении и выбрать именно то, что надо. Естественно, для воплощения в жизнь этого и других проектов необходима постоянная поддержка государства. Сейчас обсуждаем в правительстве новые меры поддержки IT-компаний. Думаю, что это позволит нам продолжать выглядеть достаточно более выгодно, довольно хорошо в сфере IT-технологий на фоне большинства регионов. Сфера информационных технологий открывает для ульяновцев много возможностей. Проводятся бесплатные курсы повышения квалификации для студентов и учителей информатики. Выплачиваются социальные льготы для специалистов, а компаниям предоставляются выгодные налоговые условия. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.